1913 года служил по контракту в Новосибирском высшем военном командном училище. Церемония передачи высшей государственной награды состоялась в городском собрании Сочи. В ней приняли участие руководители силовых структур и правоохранительных ведомств города, депутаты, а также молодые сочинцы, участники военно-патриотических клубов. Глава Сочи Алексей Капогородский высказал семье погибшего слова соболезнования. Мы с большим трепетом, щепетильностью и уважением относимся к всему тому, что он героически сделал, сохранив жизни нам, нашим детям, нашим поколениям и всем тем, кто сегодня находится в нашей великой и большой стране. Дорогая семья, все вопросы, касающиеся вашего быта, всех мероприятий, связанных с спокойной жизнью в нашем городе, мы берем с большой честью для себя. Алмаз Сафин служил по контракту в Новосибирском высшем военном училище. О том, каким он был товарищем, высказался генерал-майор Сергей Марковчин. Очень коммуникабельный, очень светлый и... Мы уже говорили не раз, кто его знает, энергетически его хватало на всех, говорю, не только на военных друзей, но и на гражданских. Во время оборонительных боев на Краснолиманском направлении Алмаз Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, дал команду открыть огонь и доложил об этом командиру роты. Получив в бою тяжелое осколочное ранение, он не оставил позиции и продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь. Противник был вынужден отступить. Ксения Синявская, Евгений Химченко. Время новостей.